Быстрее ставь лайк, если уже надоела школа! Ребята, всем огромный приветик! С вами, как всегда, Оверкус. Мы продолжаем играть в замечательную игрушку под названием Гольфрит! Всем здорово, друзьяшки! Ну что, друзья, сегодня у нас будет прикольная карта. Она у нас на 18 лунок. Посмотрите, друзья, как красиво она выглядит. Такой лес у нас какой-то загадочный, братан. Ну и мы, ребят, проходим первую лунку. Вроде как, в принципе, пока что успешно, бро. Так, аккуратненько. Ну-ка, ударчик. Ика, в лунку есть. Блин, надо было с трех раз проходить, братан. Я с четырех. А ты, походу, с пяти, да, братик? Походу, да. Где-то так. Не, я надеюсь, с пяти, братан. Я надеюсь, с пяти. Понятно. Ну, бывает. Да в смысле? Ну, докати. Ну, бывает, бро. Ну, вот так, ладно. Шести раз тоже, в принципе, неплохо, братан. Это, тем более, первая лунка, друзья. Вау, некий. Это нам надо в дырочку. Серьезно, что? Как это сделать? Офигеть, это невероятно сложно, мне кажется. Походу, да. Не закатишься? Нет, закатишься, там просто черная какая-то. Так, спасибо, братан, ты меня там оттолкнул немножко. Так, ну-ка, друзья. Оба. Не, слушай, отбивает. Так, аккуратненько. Туда прям идеально нужно закатиться, что да, ли? Или что, бро, как ты думаешь? Мне кажется, нужно вот так не сильно, знаешь, так, оп. Ты как, а ну-ка, а не, сверху меня не закинуло, братан. Ну, блин, вообще нереально, слушай, я реально, уже сколько попыток. Друзья, реально вот, 3, нереально 4. Просто. Оп, ну, как? Есть, хорошо, там, да, там нужно не сильно, бро, все, как и там я думал, прям, да. Вот, я понял, прям, я чтоб понял. Миллиметражно просто туда заехать, братан, да-да-да-да-да. А там, видишь, оно реально нужно прям отсюда, да, вот, да. Вот чуть посильнее бы, братан, и закатился бы. Погоди, у меня осталось две а попытки. А там сразу туда, если что, там сразу так, тебя закинет. Давай. Раз. Хорош! Да! Ух, по кайфу. Все, отлично, всё, бро. И финиш. Хорош, красава. Ну, слушай, нормально. У меня, кстати, ребят, вторая лунка за 4 попытки я прошел. Это прикольно, братан. Да, это реально прикольно. Так, а нам в эту сторону бить? Стоп. Опа. Какую? Я запутался. В эту, да, наверное, вот сюда? Да, в эту, в эту. О, а там, бро, посильнее. Посильнее. Я тоже, блин, ну там само собой как бы это. Да, там непонятно, друзья. Оба. Стоп. Понятно, бро. Я сейчас перелетел, ты понял? Ё-моё, друзья. Блин, я справа упал. Ё-моё. Так, хоп. Стой, стой, не перелетай. Ну, опять перелетел. Ну, что такое, друзья? Ну, как да, так блин, просто? Я опять я левее теперь взял, прикинь. Да? Просто погоди, ну-ка. Теперь левее перелетел. Е-е-е, хорошо. Пролетел? Ух, да, но тут надо было с четырех раз, братан, проходить. Все, я а пошел, я пройду, хорошо. Наверное, раз в шести. Если тут прям сразу лунка, друзья, то шести. А, да, я шести, братан, все, нормально. Ух, хорошо. Давай, давай, да, давай. Красавчик. Оба. Все, отлично. Всё, нормально, 6-6, друзья. Нормально. Неплохо. 6-6, да, прикольно. Идем с ней там, ну, почти вровень, братан. 14-22, но впереди еще много лун. А нифига, ты куда улетел, братан? Так тут вроде не сильно, да, надо? О! Я вижу лунку, друзья. Может попробовать отсюда прям забить? А ну-ка. Погоди, а как тут повернуть? Стоп! Блин, перелетел, но это можно сделать, ребят. Смотрите, у меня есть еще одна попытка. Я сейчас попробую реально прям туда. Ты бил. Смотри, Никит. О, оп. Все. Ага, понятно. Да, понятно. Блин, нет. Лучше бы я нормально проходил. Блин, ну а теперь я не могу успокоиться, бро. О, я понял. Лол, меня отбило, что? Ну, короче, братан, я, походу, раз из семи пройду, да? И это все, друзья, из-за того, что я хотел пройти лайфхаком, и из-за этого, ребят, еще больше себе проблем нажил. Зато я тебя догоняю. Да, а смотрите, друзья, у нас как бы карта вообще нифига не легкая, потому что все на красное я прошел, братан. Просто все на красное. Оп, лол, меня откинуло, братан. Чё? Слушай, тут надо чисто по диагонали пролететь. Да, так, тут надо как-то прям аккуратно. А там аккуратно. Снизу респит, кстати говоря. Блин! О, меня почти откинуло на лунку! Ё-моё, ребят, да, эту лунку, братан. Вот как, друзья, это нужно было с двух раз проходить? Скажите мне, как? Как, Никит, это надо было проходить с двух раз? Я не знаю, кто считал эти ходы, друзья. На рандомщиков чисто рассчитана карта. Я не знаю, бро, меня опять откинуло обратно. Ё-моё, я вообще в какую-то другую деревню улетел. Бывает, бро, ладно. Оп. Ага, тут оно откидывает, действительно, друзья. Блин, братан. Так, надо зарезать. Вот просто надо посильнее, смотри. Мы проходили что-то типа того, только мы спускались с таких. Блин, да-да-да, но оно даже не останавливает. А с этого ракурса мне никак даже не ударить. Я почти проехал. Так, ладно, еще раз. Хоп. Я прям по диагональке. Да, блин, я вот тоже, братан. Приходится резаться. Эту лунку мы, походу, не пройдем, бро. Ну, я точно. Не, а все, у меня последняя попытка, братан. Нет. Серьезно? Да, блин. Все, друзья, я не смогу пройти. О,
почти залетел. Я почти залетел, а ты, братан, аккуратно, да, там остановился? Ну давай. Ладно, друзья, вот она первая моя луночка, которую я не прошел, но вы особо не ругайтесь в комментариях, потому что это реально сложно, вы сами все это видели. Как? Во что я ударился, бро? По-моему, в эту... В верхнюю, да, в перекладинку. Перекосяченка, лал. Оп, стоп! Оно реально там как-то сильно, друзья, бьет. Братан, дальше тоже сложно, кстати говоря, тут ступеньки типа такие. Сейчас, бро, погоди. А, нет, с ступеньками что-то есть. Я постоянно в перекладину бьюсь, что я за лох, братан? Как так? Ладно. Так ты просто перекатись вот. Видишь, он не перекатывается. Ты аккуратненько просто перекатись именно на вот этот мостик, потому что там на мостике не респит. Все, хорошо, хорошо. Блин, друзья, невероятно потно. Кстати, Некер, ты меня уже обогнал. А я качусь, братан, ты знаешь? По кайфу, да. О, все, остановился. О, хорошо. Так, и вот тут лесенки. А там можно вылететь, да, братан? Не, ну как бы да, но как бы нет. А, нельзя, все, я понял. Фу, хорошо. Ай, 7 раз, друзья, капец пот. Ну ладно, я люблю такие сложные карты потные, мне прям безумно нравится. Там посильнее, братан. Так, куда? Там посильнее, либо влево, либо вправо. Там лунки, ну вот, и в принципе не сложно. Я понял, блин, я почти долетел, кстати. Блин, оба. Ну, кстати, прикольная вот такая штука, то есть тут прям вообще жестко рандом. Нет, как так? Я вылетел, блин, бро. А как вот он сделал? Ё-моё, друзья. Такими квадратиками все, блин, рассеяно тут. Так, давай. Прикольно. Блин, да, выглядит классно. И надо было с 3 раз проходить. Да, к сожалению, друзья, опять я не пройду. Даже ножу. Ой, я просто мышкой дернул слабо. Нет. Господи, да, блин, я ребят. Тоже не могу пройти, прикинь. Так, ладно, хоп. Все, я опять что, залетаю. Я видел, что-то да на стоп! О, есть, все, я попал, братан. Не, это стрелочки показывают именно вот сюда, куда и надо бить. Там да, на всё. Дереве именно просто была стрелочка. Я понял. Ну все, я прошел, короче, бро. Да блин, ну я это прошел. Сложно. Да, это, сложно, это реально сложно. О! Блин, немножко перелетел, ну прям. Ну не немножко, братан, перелетел нормально. Ну много вдолго, бро. Ну ладно, давай. Погнал еще раз. Оба! И! Опа. Ну не, бро. Как так-то? Все, последняя попытка, друзья, у Некита, и 10 секунд у него остается. Я тоже, братан, надеюсь, что ты, к сожалению, не прошел. Но бывает, ребят, бывает сложные реально лунки, если кажется, что, в принципе, это может выглядеть легко, да, но нифига, друзья. Это капец, как сложно. Да, блин, я перелетел. О, красава, бро, я не перелетел нормально. Блин, друзья. Ну, ты заметил, да, какие-то лунки ты не проходишь. А ну, какие-то проходишь ты, да. Много какие-то попыток. Ты, ну такое, да, бывает. Блин, ребят, надо уже пройти хотя бы на желтенькую хоть одну лунку, а то я, братан, все на красное и на красное. Вот ну, это хорош. Вот. Я должен постараться пройти это на желтую. О, так, а где она там? Не знаю, закинет меня, ребят, сразу на лунку или нет, но я попробую. Бам. Оп. Да, я прошел на желтый! Серьезно? Это моя первая лунка на желтую, ребят. Тут по центру бей, Некит. Сделай так, чтобы по центру ты бился. Там никак не вылетишь, все нормально будет. Ну, почти, ладно. Блин, видишь, ну, почти, тут да. Как ну, бы, ладно, да, просто по центру. Плюс-минус, ну, ладно, прикольно все равно. Но я с 5, ты с 7, 2 попытки разницы. Не так много, ребят, да. На самом деле. Главное, что будет дальше. Вау. Подожди, это нам нужно туда? О-о-о! Вон лунка! А это, кстати, прикольно. Прикинь, если бы мы в лунку попали, бро. А если мы, получается, объедем это все? Я не знаю, братан, я хочу в центр, прям в яблочко. Я попал! Есть! Блин, перелетел, ё-моё! Так, аккуратненько, хорошо. И вот сюда, в центр просто. Бамс! Смотри! Блин, я почти сразу... А, понятно, ты меня еще так залагал, братан, просто жесть. Как робот такой, смотри! Все, я попал с 5 раз на зеленую, ой, на желтую, друзья, опять. Ой, 5 из 5, хорошо, отлично. Да? И вот 6 раз, братан, должен ты проходить. Я приехал. По идее, 6 тут проходится, бро, несложно, да, красавчик. Фух, вот так вот, друзья, наконец-то я начал проходить на желтое, сейчас такими темпами и вообще на зеленое, ребят, дойдем с вами. Оба. Возможно, возможно. О, а вот и зеленое. Вот и зеленая. Серьезно? Друзья. Да, хорошо, с первого раза, братишка. Немножечко, братан, чутка тебе не хватило совершенно. Да? Давай еще, оп, красава. Ну, говорит, ты зеленая. Вот, ну у тебя, красная, да? Ну ладно, ну, ничего у меня страшного. Красная, да, у тебя зеленая. Так, оп, как так? Стоп. Давай! На рандом залетел. Смотри, а здесь на желтое, бро. Наконец, друзья, тьфу-тьфу-тьфу, нет красных, это здорово. Фух, я размялся, начал проходить. О, красава, Ники, тоже неплохо. И тут как бы, уху, нифига тебе, еще подвинуло, да? Так еще легче, чтобы было, все классно. Кстати, у тебя вантус, братан, прикольный на голове. Классно выглядит, бро, реально. Так, а что тут? О, погнали. Оу, оу, я куда-то попал, во вторую. Я не знаю, бро, это правильно или нет.
Оу, во вторую, слушай, не надо было, походу, братан. Я во вторую попал тоже, походу. Оу, а ты в другую сторону? А меня в другую сторону, да. И тебя ближе к лунке, что ли? А, ты вылетел? Значит, мне повезло. Значит, мне, ребята, еще повезло. Типа, я там мог не выпасть, но это... Блин, а как это в трех раз надо проходить? А, ребят, кажется, я понял. Тут должно было повезти, в общем, на трубу, да, братан? Мне не очень повезло, я прошел с пяти. Вот и красненькая опять подъехала. Давай, братан, проходи. Вот, смотри, с трех попытки. Хорош. Не, ну, друзья, лунки все разные, все интересные. Карта красивая, интересная, в меру сложная, в меру, как бы, ну, классно вообще. Мне прям безумно нравится. Поставьте лайк, ребят, прям отдельно за карту. Прям супер. О, я пролетел, братан, а ты? Нет? Хорош, нет. О, и тут как бы еще такая же, братан, штучка и лунка. Оп, давай. Еее, на зеленую. Отлично, друзья. О, хорошо. Я видел, братан, как ты летел в воздухе. Давай. О, синхрончик подъехал. Ты у меня прям деревяшку ударил, как бывает. Класс. Да, это классика, друзья. Ну и здесь как бы изи. Все нормально. Фух, друзья, сколько у нас лунок остается? Ой, не так много, ребята. Хочется поиграть подольше. Посмотри. Опа. Хорошо, братан, идеально, посмотри, как мы идеально перелетели, да, братан. Да, да. Оба, отлично, и опять я хорошо перелетел. Ай, братик, чуть-чуть. Я сейчас почти вернулся на свой остров. Ай, блин, я тоже, кстати. Ой, я даже вернулся немножко. Оп, так. Я перелетел, но нет, друзья, мог пройти на зеленое и на желтое, но пройду, скорее всего, ну не скорее всего, а уже на красное только. Так, оп. О, наконец-то, друзья. Все, наконец-то я попал. И тут лунка. Как так-то? Все, 7 раз. Блин, нифига, кстати, много, друзья, попыточек. Давай, братишка. Мельчайшие, там просто миллиметр, видел, братан? Красавчик. Ага. Но надо было сказать, рассчитано, бро, в конце. Да, типа, так и задумывалось. Ладно, что у нас тут? В пушку наверх, смотри, бро. Так, это я вот так смотри, подъеду. Там призрак какой-то сверху. А я не... Вау, друзья, реально призрак и пушка, а нам надо как-то наверх. Так, я залетел наверх, братан, здесь тут не респит? Да, подождите. Конечно. Фух, не респит, хорошо. Так, дальше я вижу щит, братан, мишень. Прямой выстрел, бамс. Лол. Что? Не туда, братан? О, а куда? Или... Ну, я вот в щит стрелял, короче. А, так там надо в этот, по-моему, куда? Бревно. В какое? Бревно, по-моему. Там вот смотри, вон у меня, по крайней мере, у одного там в бревне, в дырке какая-то зеленая тема светится. Ну, это просто, братан, наверное. Я не знаю, мне кажется... да, это получается... Вот, вот в мишень, братан, надо. Хоп! А что, во, в мишень! Все, меня просто в первый раз, друзья, плохо откинуло, блин! А вообще, да, в мишень, и вот финиш. Все, я попал! Есть, 5 раз, друзья, прошел. У нас остается тем временем 3 лунки. Давай, Некит. А в смысле, почему тебя тут заспавнило, а не в пушке? Потому что... Ты сразу в пушку попал, да, короче? Да. Не там? Блин, а я даже не знаю, что лучше, бро. О, хорош. Опа, смотри, как хорош. И давай чуть-чуть повыше там возьми, мне кажется. Повыше, чуть-чуть да? выше центра, миллиметр выше центра, бро. Во, видишь как? Видишь? Во. И да, и там аккуратно, там можно скатиться, этот... бро. Там аккуратненько... Ну, ты решил наверняка, да, чтобы прям вообще не рисковать? Я понял, ребят. И я опять, да, перестраховался. А ты, по-моему... Да, лучше. Не, не скатишься? Не, чуть-чуть не хватило. Ну ладно, хотя бы так, да, братан. Ты скатывался, братан. Фу, и три поп... Точнее, три лунки, хотел сказать, три попытки. Все, погнали, братан. Бамс, бамс. Вау, тут автоматические рампы, бро. Вот это, кстати, по кайфу. Вот их больше. Я застрял, лол. Или поеду. Поехал. Поехал и не попал. Я тоже застрял. Ну как? Как, Опа. Друзья, можно было не попасть? И ты тоже, да? На желтенькую мы прошли. А так, в принципе, вот если бы мы не застряли, мне кажется, мы прошли с первого раза. Не, мне кажется, это просто автор не подошел. Ну, может быть, друзья, все возможно. Так, аккуратно. Что у нас тут? Водопад, посмотри какой! Погоди, а куда нам надо? А нам нужно с одной стороны, наверное, на другую, вот таким вот образом. Оп! О, посильнее бы ударить. Короче, а, да. Не через водопад, а так, ну, напрямую, да, короче. Я понял, брат, я понял. Так, спасибо. Привет. Да, пожалуйста. Спасибо. Так, я, короче, от правого бортика, бро, буду пробовать. Вот так, смотри. Давай. Бам. О, еее. Вау, хорошо, и прям в дырочку. Воздух прошел. Давай. Есть, отлично. Стоп, не выпади. Хорошо. Я, кстати, тоже прошел. Так, а тут дальше стрелочки куда-то. О, тут в сеть. Есть, я попал. Желтый, на желтый прошел. Я от воды, братан, отскочил. О, как ты? Только я был ближе, чуть-чуть. Да, я понял, я понял. Не, ну я лучше так пройду. Не, лучше, конечно, без воды, да, проходи. Не, в принципе, это не сложно. Во. Ну ладно. И от воды. В итоге от воды. И тем временем, да, у нас последняя лунка. Посильнее, бро, посильнее, посильнее. Перелетел?
перелетел. Не, не перелетел. Так, хоба! Ей, отлично! Блин, какие там две лунки огромные, братан, такие флажки просто гигантские. Кстати говоря, на... О, получается, стой. Бревне какая-то игрушка, что ли, валяется? Я не заметил, братан, не заметил. Ну, я не знаю, я думал, это финишная, это просто... Ладно, в общем, нам нужно здесь вот прямо по спиральке есть. Но тут не вылетишь, братан, не сы, как говорится. О, спасибо. И я прям отсюда, ребят, попробую. Ну-ка, есть вариант на желтое пройти. Ну-ка, бамс. Попал. Хорошо, туда просто залететь, в этот кувшин, братан, ну вот в эту коробочку и все, в любую. Ну, мне кажется, все, и ты тоже прошел. Ну что ж, друзья, вот какой-то у нас замечательный гольф получился. Какие-то лунки мы проходили быстро, легко, какие-то были сложные, мы потели. Мы надеемся, что гольф вам понравился. Обязательно поставьте большой палец вверх, подпишитесь на наш канал, на Некита подпишитесь, ссылочка на него будет в описании. Не забывайте про Инстаграм и про ВК, ссылки также будут в описании. Ну, а на этом у нас все, всем удачи, хорошего настроения, болейте, успехов, спасибо за просмотр и пока-пока! Пока, друзьяшки!